Морковь и картофель отварить до готовности и очистить от кожуры. Яйца сварить вкрутую, очистить от скорлупы и мелко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке. Картофель натереть на крупной терке и выложить слоем на блюдо. Промазать майонезом и положить на шинкованный лук. Далее выложить яичный слой. Нанести слой майонеза и распределить натертую морковь на крупной терке. Опять промазать майонезом и положить сырный слой. Далее слой майонеза. Очищенные от кожуры и семян яблоки натереть на крупной терке и выложить следующим слоем. Промазать майонезом и присыпать орехами. Опять слой майонеза. Украсить салат кукурузой, зеленью и зернами граната.